Россию приедут майнеры со всего мира. 25 декабря в Российской Госдуме состоится первая всемирная встреча майнеров. В ходе круглого стола «Международная политика. Россия-2030» заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов сказал: «Это будет интересный разговор профессионалов». По его словам, участие уже подтвердили 16 стран, среди которых США, Сингапур, Украина, Беларусь и другие. Однако представители каких именно фирм дали согласие на встречу, организаторы держат в тайне.